И хороший руководитель не ставит задач, которые нельзя выполнять, которые он сам не выполнял до этого. Потому что сначала он сам пробует эту задачу, если у него она получается, потом он своим подчиненным рассказывает, как это делается. Да, то есть, но сначала он дает возможность самостоятельно эту задачу выполнить и поломать руки. Притом он не говорит, что ее обязательно надо выполнить, потому что тогда подчиненные что? Плохо ее выполняют. Они могут распоряжение безоговорочное не выполнить в следующий раз. Привыкнуть. Поэтому он говорит, попробуйте вот это сделать. А когда уже увидит и расскажет, как положено это делать, тогда он уже будет требовать что? 100% результата, пока зависит, как то есть, таких классов задач.